В Подмосковье уже в пятый раз состоялся Tuning Open Fest. Организаторы выбрали свой любимый формат – пляжного музыкально-автомобильного фестиваля. И не прогадали. Это первый в своем роде пляжный автомобильный фестиваль. А в этом году мы проводим уже пятый сезон. И это поистине самое летнее автомобильное событие года, долгожданное для нас и всех наших гостей. Тысячу счастливчиков, которые оказались на новой площадке, ждали более 200 заряженных автомобилей от Tuning Atelier, крупных автомобильных клубов России, частных автовладельцев и киловатты звука. Из 1500 заявок организаторы отобрали самые интересные автомобили, а диджеи обеспечили непрерывную шоу-программу. Идея Open Tuning Fest проста и сложна одновременно. Здесь объединились традиции автомобильных фестивалей и пляжных вечеринок. Добавим в этот коктейль яркое солнце, освежающую прохладу водоема и зажигательную музыку. Ежегодно около 10-12 номинаций мы проводим и выявляем самого крутого. Например, среди автомобильного выхлопа каждый может подъехать к сцене, показать свои возможности, оглушить своим автозвуком, либо показать, насколько он низкий. И для каждой номинации есть свои специалисты, которые пообщаются с кандидатом. Любители водных развлечений нашли себя в вейке, серфе, катамаранах и в надувном парке на воде. Поклонники живописи увидели выставку картин и даже могли попробовать себя в роли художников, правда, при одном условии. В качестве холста использовался кузов красного москвича.